Местный НГУ является одним из самых лучших университетов в стране. Всегда хочется стремиться к чему-то лучшему, правда? Я хочу в НГУ, потому что здесь учился мой дедушка, и он очень умный. Здесь сложно учиться, но это полезно. Возможность получить знания, которые я, возможно, не получу нигде. Много разносторонних направлений есть. Тут есть факультеты, которые мне нравятся. Это заведение очень престижное. Я вижу перспективу, там практика за границей, много научной практики, мне это нравится. Здесь большая научная база, очень хорошие преподаватели. Плюс есть институты, в которых можно будет потом в будущем поработать. Знания я получу тут наверняка больше, чем в других университетах. Моя сестра тут тоже учится и говорит, что здесь очень хорошо. Я с людьми общался, я знаю, что им здесь нравится и что их здесь хорошо учат. Я лично знаю нескольких людей, которые оканчивали НГУ и видел возможности, которые открывались перед ними. Много выпускников НГУ работают в престижных компаниях. У нас будет гораздо больше возможностей при поступлении, в том числе на работу там, в компании Microsoft и Google. Можно найти хорошую работу, получить такую профессию, которой именно ты мечтаешь. Хорошее призвание. Я реально увидел здесь очень милых ребят, которые болеют за свое дело и очень хотят заниматься тем, чем они занимаются сейчас. Он реально помогает найти людям путь в их жизни. А что еще нужно для вуза?